Всероссийскую перепись населения из-за пандемии перенесли с октября на апрель 2021 года. Но Саровское отделение Нижегородстата уже готовится к этому масштабному событию. Город поделили на переписные, счетные и стационарные участки. Сейчас для проведения переписи набирают сотрудников по двум вакансиям – контролер и переписчик. Подать заявку на работу может любой совершеннолетний саровчанин, у которого нет судимостей. Контролером может работать любой, конечно, человек, да, но желательно, чтобы он не имел основной работы. Потому что занятость у него может быть в течение дня рабочего. А переписчиком может быть любой человек, который даже занят на основной работе. Потому что переписывать он будет в основном людей, которые находятся дома. А дома человек будет после работы. То есть он будет переписывать в основном после работы, в выходные дни, в праздничные дни. Контролеры будут работать 2 месяца, с 15 марта по 11 мая. Их задача – курировать переписчиков и участки, за которыми они закреплены. Переписчики трудятся 30 дней, с 1 по 30 апреля. Каждый должен опросить около 550 жителей своего участка. Переписчик будет обходить квартиры, либо переписывать людей в квартирах, либо, если они переписались на портале госуслуг, то он, значит, от них получит купон о переписи и внесет потом информацию в планшет. Переписываться будут люди, то есть переписчик будет работать с планшетом, никаких бумажных у него носителей не будет, только электронные. Заработная плата переписчика примерно 18 тысяч, контролера 20 тысяч рублей. Заявку на работу уже подали около 200 человек. Остается свободными еще 50 вакансий. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.